Всем привет! С вами Веутова, и вы на канале CryptoDealers. Сегодня мы пришли на прикольный ивент под названием Blockchain Summit Киев. Погнали посмотрим, что там за движ. Скажи, пожалуйста, вот с каждым днем все больше и больше всяких конференций, саммитов. Расскажи, куда катится этот мир? Ну, ты знаешь, ни одна конференция на сегодняшний день не обходится без шариков. Да, я думаю, что вот внутри вот этих вот, собственно, пузыря вот этого надувающегося с каждым днем все больше и больше мы находимся сейчас. Все эти конференции, они только подогревают интерес публики, завлекают новых, скажем так, адептов. Ну и серьезные деньги тоже скоро придут, они на подходе. Хорошо, смотри, у тебя на стенде было написано «Меняйся или умри». Так вот, как же поменяться-то? Самым главным месседжем сегодня со сцены, который я говорил, было то, что со старыми как бы устоями в новый монастырь как бы соваться не стоит. Да? Криптовалюты и криптоиндустрия в целом, она работает немножко по-другому, по другим правилам. Но хорошие, скажем так, решения из рынка традиционных финансов криптоиндустрии явно же не хватает. Да? Поэтому я думаю о том, что тот путь развития, который делают криптоанархисты на сегодняшний день, криптобиржи, вся технология, как развивается, да, оно немножко уже давит, да, оно немножко уже это самое, поэтому нужно брать решения, которые хорошо работали, совмещать их с новыми парадигмами криптовалютного рынка и получать новую индустрию. Меняйся или умри. Знаешь ли ты, как стать криптомиллиардером? Поделись секретиками. Знаю, но не скажу. Вот так всегда. Включайте голову. Меня зовут Дмитрий Нагин. Как вам мероприятие сегодня? Отличная организация, все очень нравится, интересные спикеры, думаю, дальше будет еще интереснее. Вы пришли сюда что-то узнать для себя новое? Да, мы пришли пообщаться с людьми, наладить какие-то контакты, посмотреть, как это все организовано, это наша первая конференция. Расскажи, пожалуйста, более подробно о своем проекте. Да, проект называется EMFI, родом из Эстонии. Децентрализованная аренда жилья для отдыха. Недавно мы успешно закончили ICO, очень довольны результатами. Проект с изначально достаточно низкой капитализацией, что оказалось очень привлекательно для инвесторов. Уже торгуемся на бирже, и наш токен чувствует себя там очень хорошо. Добрый день, меня зовут Вадос Османов, да, представляю компанию Zero H, децентрализованное казино на основе блокчейна эфириума. Это как joycasino.com? Что-то типа того? Нет, совершенно другое. Это у нас новое децентрализованное казино, можно так сказать, где мы будем выпускать свой токен, и все игры будут основываться на нашем токене. А более подробно расскажите, уж больно интересно. Скажу так, то, что у нас будет pre-ICO в начале января месяца. Цена токена порядка 2 цента, да. Сама комиссия казино на некоторых играх составляет 0%, на некоторых играх меньше 1%. Всю информацию можете найти у нас на сайте. Все описано в white paper, все технические детали, да. Нужно пересчитать, правда, да, цена эфириума поднялась практически на 50%. Да, поздравляю всех, кстати, господа, мы дождались этого момента. Да, вот и все.
Вот я сегодня утром проснулась, зашла в блокчейн-кошелек, смотрю, эфирчик подрос. И думаю, блин, классно, а как же его вывести? Как мне потратить? Как мне купить новую сумку или сапоги за крипту? Это довольно просто на данном моменте. Да, очень много существует разных обменных пунктов, разных, которые предоставляют услуги вывода и ввода средств. Это не проблема вывода фиат на данный момент. Да, вот. Просто проблема в том, что некоторые люди слили его неделю назад, уже перестав верить в него. Я один из них. Скажи, зачем пришел на конференцию? Я не знаю, все вокруг манят, что-то трейдят, добывают биткоины какие-то. Я не хочу быть динозавром в этом плане. Увидел значок биткоина и хочется себе биткоин тоже. И вот решил, да, послушать, что об этом говорят. Вот у меня тоже есть биточки, но я, к сожалению, не знаю, как их потратить. Ну ничего, мы с тобой в этом обязательно разберемся. У тебя есть уже коварный план, как стать криптомиллиардером? Я недавно только узнал про биткоин и, наверное, последние 3 ночи точно не сплю, об этом думаю, и уже план рождается, но с утра просыпаюсь и понимаю, что не все так просто. Честно признайся, смотришь наш канал? Постоянно смотрю, смотрел с самого первого ролика. Круто, круто, но это меня и вдохновило на самом деле. Конференция прошла прикольно, очень много народа. Я познакомилась даже с Киром. Ничего такой. Если тебе понравилось, подписывайся на канал, ставь лайки, нажимай колокольчик. Пока!